Роман Николаевич Филиппов, российский военный летчик, заместитель командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка, майор гвардии, герой Российской Федерации, посмертно. Ему было всего 33 года. Погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Во время облета зоны дислокации Идлиб был атакован ракетой, после чего катапультировался. На земле пилот попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою. Отстреливаясь от нападавших, был тяжело ранен, а затем подорвал себе гранатой со словами: «Это вам за пацанов!» Олег Геннадьевич Ильин, российский военнослужащий, офицер управления ВИМПЕЛ, Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковник, погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане. Герой Российской Федерации, посмертно. Ему было всего 36 лет. 1 сентября 2004 года Олег Ильин в составе своего подразделения прибыл в город Беслан, Республики Северная Осетия, Алания, где более 30 террористов взяли в заложники свыше 1100 детей и взрослых в здании школы номер 1. 3 сентября 2004 года из спортивного зала было слышно 2 громких взрыва. Террористы начали расстреливать тех, кто пытался убежать. Ильин и его группа, проводившая рекогносцировку возле школы, немедленно открыли огонь по окнам, откуда стреляли террористы, прикрывая и делая выход людям, которые пытались уйти. После начала штурма группа Ильина, двигаясь к актовому залу, наткнулась на группу террористов, оказавших сопротивление. Шедший в авангарде подполковник Ильин был смертельно ранен и погиб.